Дота 2 – расколотый мир. В расколотом мире Дота 2, где сталкиваются древние силы, а судьба мира висит на волоске, герои встают на защиту. Легион Командер, непоколебимый воин, возглавляет атаку против надвигающейся тьмы. Инвокер, повелитель стихий, обращает древнюю магию против сил хаоса. Снуп Дог в роли инвокера, Деми Мур в роли Лины. Лина, огненная волшебница, обрушивает свою сокрушительную мощь на надвигающуюся тьму. Герои Dota 2 противостоят надвигающейся тьме. Силы света и тьмы сталкиваются, судьба мира висит на волоске. Курт Рассел в роли Кунка. Донни Йен в роли Джаггернаута. Ответ кроется в самом сердце конфликта. Конфликта, который решит судьбу всех. Ванжелина Джоли в роли Королевы Боли. Удастся ли им победить или тьма поглотит все? Аня Тейлор-Джой в роли Пророка Смерти. Ченнинг Татум в роли тролля-варлорда. Эмили Блант в роли дроу-ранджер. Герои Dota 2 — это не просто воины. Они легенды, защитники королевства, и они будут сражаться до последнего. И Том Круз в роли антимага. Битва за расколотое королевство началась. Майкл Б. Джордан в роли Чена. Герои Dota 2 должны объединиться, чтобы не пасть. Приготовьтесь к битве. Приготовьтесь к Dota 2. Джефф Бриджес в роли Омни-Найта. Древние силы мира пробуждаются. Равновесие шатко, на грани разрушения. Судьба мира лежит на плечах тех, кто осмелится сражаться. Арнольд Шварценеггер в роли Драгон Найта. Эмилия Кларк в роли Мираны. Они должны сражаться за свет. Они должны сражаться за мир. Dota 2 — расколотый мир во всех кинотеатрах.